Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Fallout 4. Продолжаем выполнять всякие различные задания. И сегодня у нас будет побочное задание, которое называется «Беспокойные воды». Нам давали его в Грей Гарден, да? Нам нужно осмотреть очистную станцию и почистить, как нам сказали, почистить, скорее всего, от каких-то мерзавцев. Штурм Форт Индепенденс, который мы делали, захват замка в прошлой серии, мы вернули себе замок, да? И, соответственно, миссии минитменов, я думаю, что они, скорее всего, закончились. Ну, по крайней мере, мне ничего Престон не сказал после завершения. То есть, там, может быть, какие-то мы еще будем, там, вот, типа, вот этих вот Country Crossing, там, поговорить с жителями. Ну, то есть, поселки какие-то, может быть, будем захватывать, но основная вот такая вот сюжетка, скажем так, у нас вроде как по минитменам закончилась. Ну, я так считаю. Поэтому мы сейчас делаем беспокойные воды и в следующей серии уже будем двигаться по основному сюжетному заданию. Там нужно нам добраться до Diamond City и, соответственно, там со всеми этими ребятами поговорить. Надо все-таки взяться за поиски сына. Пустоши это, конечно, хорошо. Кач идет, интеллект у нас очень высокий, поэтому опыт идет просто хорошо. Так что мы двигаемся куда-то вот в ту сторону. Так, это что за фигня здесь летает? Тихо. Да что ты за подлюка такая? Так, давайте вот так работать. И вот так вот. Огонь. Бабах, разорвало. Еще разок. Во второго. Бабах. Пойдет. Пойдет. Всю боевую броню, которую я нашел в прошлой серии, я улучшил, на себя нацепил. Получилась какая-то полимерная броня. Военные деньги, железа дутня. Окей. У тебя что? Мясо дутня. Пойдет, пожарим. Пожарим, будет хавка. Ну хотя у меня ни со стимуляторами, ни с чем вот с такими вот вещами проблем нету. Поэтому как-то в хавке особой потребности нету. Пока что живем на стимуляторах. Так. И вот, похоже, мы подходим. 70 метров, да? Окей. Опа, тихо. Вижу. Супермутанты у нас здесь заняли эти очистные сооружения. И, соответственно, с ними какие-то проблемы здесь могут возникнуть, да? В последнее время мутанты у нас стреляют с ракетниц, как вы видели, да? Бежали-бежали, напоролись. Че, он упал там в воду? Напоролись, соответственно, на ракеты. На ракетометчика. В броне-то еще как-то более-менее держит. А вот сейчас это будет... грустно. Так, смотрим, кого мочим. Ну-ка, замри. Ой, промазал. Шевельнулся. Ты кто? Вот он как раз. Скрытная атака. Два урона. Он, смотрите, поливает, но... но пробить что-то он... Че, мы его не дамажим, что ли? Дамаг же проходит. Так, это что такое? Это что за фигня? Там этот камикадзе, наверное, бежит. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Так, где этот ракетчик? Да ты... А я... Свободен. Ты. На выход. Стимулятор. Перезарядка. Мясо гончим мутанта. Подлюка. Спать. Ты чё здесь? Лежать. Крышка. Забираем. Чё ещё есть? Мясо гончим мутанта. Забираем. Классная штука. Дает. Супер мутант разведчик. Накидываем. Да чтоб тебя. Так, пол хп ему снесли. Так, стоп, 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 стоп. Спокуха. Спокуха, братуха. Жрем симуляторы. И, наверное, как-то... распепелило его просто. Так, где ты? Есть. Ликвидатор. Открыто достижение. Вау. Патрон, пусковая установка. Нахрен она мне нужна?
Сейчас лутаться будем по минимуму. В принципе, масса ресурсов у нас есть. Прям огромное количество всякого говнища я тут натащил на нашу базу. Ходил, лутался, все собирал. Ну, как мне писали, что не совсем интересно это смотреть, поэтому между серией я это все делал. Поэтому я сейчас собираю исключительно патроны, стимуляторы, что-то легкое, всякие зажигалки. Ну, вот такого плана. Чтобы маслица всякая разная. Крышка, вот ядерный материал, это хорошо. Нифига, его тут камикадзе этого разорвало. Так, ну они все прибежали, по-моему, да? Ракетчик тоже прибежал. Кого-то там, понятно, мы не залутали, но и пес с ним. Потом это все будем смотреть. Водоочистная станция Уэстон. Окей. Как сюда пройти? Так. Нам вон туда надо, да? Окей, давайте. Туда мы обязательно пройдем, но для начала заглянем, что у нас здесь есть. Кстати, костей у меня достаточно. Ты где? На тебе, подлюка. На тебе еще раз. На. О, как. Ну, нормально влипает, да? Ну, выгляни. И тебе накидаем прям в башку. Тихо. Да чтоб ты сдох. Кто еще? Где ты? Не вижу. Да не вижу. Свободен. Патроны берем. Кто-то еще, по-моему. Это собака у нас в воде плескается. Где ты, песик? Где ты мой? Где ты мой хороший? Так, пошлите. Дальше пройдемся, посмотрим, что у нас здесь есть. Может, здесь поднырнуть как-то можно, нет? Нет. Псина что-то нашел. Да тут много всего. Тут много всего. А прикиньте, сколько бы нам... Ну, пойдем, пойдем, покажешь. А прикиньте, вот так вот, да, без вкачанной этой обилки. Так. Крышка, патрон, охотничий карабин мне не нужен. Заряд плазмы. Ух ты! Молодец! Молодец. Так, здесь у нас короткий боевой дробовик, патроны, вот пивасик заберем. Не знаю, куда нужен, но, скорее всего, может, в каких-то рецептах будет использоваться. Не сильно много весит. Так, вон там еще какая-то дверь, смотрите. Надо будет заглянуть. Так, тебя мы проверяли? Проверяли. Здесь ничего, здесь мясо у нас ничего. В мясо... Вот, видите, здесь патроны очень часто всякие разные попадаются. Это круто. Это круто. Пойдемте ту дверь чекнем и будем двигаться уже. Что за музыка? Кто там? Так, проходим. Прикиньте, да, вот так реально столько... Этот лифт не работает. Так, все, вроде бы здесь. Оба-на. Что здесь есть хорошего? Хорошего ничего не видно. Окей, погнали. Погнали. Будем смотреть, соответственно, на этих мутантов. Будем смотреть, что они нам могут предложить. Так, здесь у нас банки всякие. Да ну. Радио, бутылка пива забираем. Здесь всякие, всякое... Фиг на тень. Ну, удочка. Вот, кстати, удочка, я не знаю, что с ней делать. Но пускай стоит. Я, по-моему, даже находил. Где-то пытался потыкать, но как-то я не осилил. Радиоактивную рыбу, может быть, ловить. Заходим. Заходим. Что у нас здесь? Железа дутня, собачья миска. Это все есть. Тут хавку готовить. Тут что у вас? Вот это тяжелый рукавица супермутанта. У меня такая есть штука. Масленку берем. Кисть. 10-миллиметровый патрон. Да что ты мешаешь мне залезть? Вот 16 патронов для дробовика, ребята. Изолента, канистра. Это все берем. Здесь только спальник. Увеличительное стекло, там, по-моему, хрусталь.
Не знаю, но... Водочная станция Уэстон. Здрасте, заходим. Наверное, будет битком набито супермутантами, которых надо отстрелить. И, соответственно, запустить ее, может быть, как-то. Так, что здесь есть? Ядер-кола. Грязная вода. Это отлично. Она используется в рецептах. Хорошо. Так, довоенные деньги, может быть, у вас где-то есть. Тоже, говорят, полезные вещицы. Там никого не видно. Окей. Грязная вода. Вы посмотрите, сколько здесь грязной воды. Терминал администрации. Давайте заглянем. Бывают интересные вещи. Пишет служебная записка. Мероприятие для прессы. Напоминаем, что во вторник, 26 октября, будет организована экскурсия по комплексу для представителей местной национальной прессы. Будут распределены упаковки воды в Уэстон. Предлагайте представителям прессы отведать совершенство. Окей. Заказ канцтоваров. Карта обновлена. Смотрите, что-то мы тут нашли. Та-та-та-та-та. Питьевая вода, 50 галлонов, 2 коробки визитной карточки, ручки, печатная упаковка для воды. Так, карта обновлена. А что у нас обновилась карта? У нас уже вот всякая фигни. Частная школа, гараж атомных котов. Это, по-моему, все было. Country Crossing. Это вот все задания дали нам. Сходить, походить, посмотреть. Ну, не знаю, что они здесь имеют в виду, чтобы... что обновлено, но бог с ними. Так, автоматы ядер колы, сейфы. Ничего такого я не вижу. Пойдем, песик. Пойдем. Сходим, посмотрим, что у них здесь есть. Грязный коричневый костюм. Пакет крови. Да, берем. В толчках вот такие вот. Ну, видите, опять два стимулятора. Прекрасно. Огнетушитель. Заряд плазмы еще, смотрите. У нас стало плазмы много попадаться. Импульсная мина. Каски. Каски и очки я собираю. И, соответственно, раздаю их своим вот этим гаврикам, которые сидят. Которые сидят у меня на базе. Так, здесь лифт. Окей. И они у меня ходят там все такие модные. Ну, давай. Yes. Yes. Такой. Чудо-клей берем, скипидар берем. Стимулятор берем. Что у вас еще хорошего есть? Большая мензурка нафиг не нужна. Изолента. Для клея. Алюминиевая канистра. Да ну. Че, правда? Думал, застрял. Окей, пошлите. Под ноги не забываем смотреть. Крыша водочистной станции Уэстон. Давайте заглянем. И потом на лифте прокатимся. Лифт, скорее всего, под землю ведет. Это что такое? Что происходит? Прожектор сошел с ума. Прожектор сошел с ума. Ла-ла-ла-ла-ла. Я сошла с ума. Так, здесь ничего хорошего нету. Ничего хорошего нету, не видно. Вон там есть какие-то у нас штукенцы. Надо заглянуть. Вот вентилятор забираем, всякие шестеренки и прочая фигня. Это полезно. Так, здесь ничего, ничего. Сейф. Открыть сложный. Так, пробуем. Пробуем. Ну вообще на раз открыли. 10-миллиметровый патрон. Бесшумный, укрепленный. Ну возьмем для проекта огнетушитель. Ой, для проекта этого глушителя. Я потом с него сниму. Стелсбой, не знаю, что такое. Укрепленное, раскрашенное, металлическое. Нахрен себе оставьте. Терминал прилегающей территории. Открыть легкий. Отлично. Все вскрываем. Это же опыт. From. Сходство 0. Кюэ. Отлично. Служебная записка, управление замком, управление прожекторами. Управление замком, давайте посмотрим.
Состояние замыкающего механизма открыто. Ладно. Закрывать не будем. Все, в принципе, здесь, да? Единственное, только где этот замок? Непонятно. Но я думаю, что мы найдем. Возвращаемся и катимся на лифте. Я думаю, что вниз поедем. Лишь бы не затоплено было, потому что там... Мы, конечно, обладаем подводным дыханием этим, все такое, но... Плавать там в потемках как-то мне не совсем интересно. Собачка, едешь, нет? Going down, да. Так. Нижний уровень. Внимание, это что такое? Тихо. Пистолет прям мне вообще очень нравится, ребята. Кто-то, по-моему, топал, нет? Не слышали? Так, сейчас туда мы обязательно сходим. Это что за херня? Кнопка активировать. Вау. Вау-вау-вау. Тут сколько всего. Так, давайте посмотрим. Пачка сигарет, говорят, дорогая вещица. Не продавал. До Diamond City я еще не добрался. Никаких торговцев не встречал. Единственного торговца, которого видел, это... Предохранитель берем. Которого видел караванщика, но караванщика, как оказалось, замочили. Турелька стреляет тоже 10-миллиметровыми патронами, и это прикольно. Все. Дверь открыть легкие. Все, вскрываем. Угу. Ловим опыт. Ловим экспу. Найс. Найс. Ядерный блок. Ядерная батарея. Шикарно. Скипидар. Пригодится все это. Так, где у вас здесь? Ха-ха, здесь вообще открыто. Химлаборатория. А где у вас эти, которые со стимуляторами, со всякими такими полезными штуками? Где вы их от меня прячете? Нету. Так, ладно, мы можем двигаться вниз, можем двигаться сюда. Ну давайте по этому этажу пройдемся. Для начала посмотрим, что здесь есть. Письменный стол. Так, здесь... Паяльная лампа, алюминиевая канистра. Хорошо. Сейф открыть сложный. Прекрасно. Эх, чуть-чуть, прям самая малость. Есть. Пистолет не нужен, патроны забираем, до военные деньги, еще заряд плазмы, золотые часы, патрон для гамма-пушки и точка 44. Вот эти патроны обязательно собираем. Там пистолет, помните... Так, тихо. Тихо. О, заборы. Да, теперь вы можете строить в поселениях садовую мебель. В подсказках мне писали, что каждый найденный вот такой журнал дает какую-то уникальную какую-то постройку. Смотрите, садовую мебель мы теперь можем строить, но... Конечно, хрень, но тем не менее. Я думаю, пригодится. Погнали. Покуха. Улучшенные карты наведения. Вот всякая вот такая вот штука. Это, мне кажется, вообще супер. Так, здесь что такое? В микроскопе дофигища. В микроскопе дофигища всякого лута. Огнетушитель не нужен. Так, здесь что такое у нас? Что гудит? Ну, не знаю. Выглядит все целым и работоспособным. Не знаю, что там роботы у нас переживали, но... Бутылка с антифризом какая-то. Не знаю, почему роботы переживали. Может, мутанты не давали работать? Серебряные карманные изоленты. Это берем. Так, здесь у нас что такое? Кнопка. Эта кнопка не работает. Почему? Хм, странно. Ладно. Я думаю, что мы еще сюда вернемся. Шестеренка. Ну, это все сталь, ребята. Это все сталь, поэтому стали... Тоже гигантское количество из разобранных пушек и всего такого. Поэтому пушки разбираем, получаем большое количество стали. Так, здесь у нас... Смотрите, это подводная часть, что ли? Осушить очистную станцию. Смотрите, тут какое говнище плавает. Все засрано. Так, кнопка активировать. Так, здесь у вас что такое?
Вроде как все работает. Управление насосом активировать. Шпилька, чудо-клей. И болотники, смотрите. Там болотники ходят. Свинина с бобами нахрен мне не нужна. Станция защиты от затопления. Давайте посмотрим. Внимание, в главной камере обнаружено затопление. Двери распределительного блока закрыты для минимизации ущерба комплексу. Не удалось установить соединение с аварийными защитными насосами. Может потребоваться ручное управление. Так, системная диагностика. Проверяем. Главный насос. Норма. Активный защитный насос. Один из четырех. То есть нам насос номер два не удалось выполнить команду. То есть нам надо сейчас пробраться, насос номер три. Замочить этих всех болотников, наверное. И, соответственно, руками включить, да? Данное помещение оснащено четырьмя аварийными защитными насосами модели 6. Это полностью автоматическая система удаления воды, обеспечит сухость и безопасность вашего комплекса на ближайшие десятилетия. В случае сильного затопления, хотя это маловероятно, насос модели 6, полностью погруженный под воду, может перестать работать. Для перезапуска насоса используйте автоматическое программное обеспечение на данном терминале или бла-бла-бла. Ну, в общем, все понятно. Идем. Идем мочить болотников. Здорово. Тихо. Собака, держи его. Отлично, я его замочил. Как сейчас пройти-то? Пропустите. Так. Пистолет вообще хорош, да? И самое главное, доступность. Доступность, ребята, патронов. 10-миллиметровые патроны очень часто попадаются. Так, проходим. Нам нужно куда-то туда попасть, да? Окей. Собака, аккуратней. Что здесь? Что здесь такое есть интересное? Так, нужно, наверное, по уровням, вот так вот, по секциям. Я не думаю, что тут рассчитано, что у всех будет подводное дыхание, да? Поэтому, наверное, по секциям как-то вот эти насосы будем включать. И, соответственно, уровень воды должен, по идее, падать. Так, там тоже под воду. Пошли эти двери глянем. Наверное, сейчас по очереди будут эти все насосы у нас включаться. Чудо-клей, предохранитель. Хорошо. Шахтерская каска. Вот, отлично. Еще кому-нибудь включим прожектор. Ага, это мы вот откуда вышли. Понял. Это мы из закрытой двери вышли. Так, где-то вон там еще дверь была. Вон там вон. Пойдемте посмотрим. Ку-ку. Одни трупы. Смотрите. Они, наверное, пытались. Я, по-моему, кого-то слышал. Кто-то шоркался там ходил. Или это. Или это собака у нас. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Это дохлая. Симулятор, очищенная вода. Каска не нужна. Так, что есть хорошего? Да ну, кто где? Где турель? Где-то еще турель. Изолента. Это собираем. Все? Ничего больше нету? Ладно, окей. Где-то прям под боком, да, турелька? Ага, вот здесь, наверное. Так, аккуратно. Есть. Глючит ее аж. Есть. Что там гудит постоянно? Так. Смотрите, патроны у нас все прибывают. Прибывают быстрее, чем мы их тратим. Это очень хорошо. Это меня радует.
Да ну. Чё, правда? Да где ты, подлюка? Так, и как до нее добраться? Где осколки? Вот они. Есть. Так. Очистка, откачка пошла. Еще на один уровень. Да, я был прав. Это хорошо. Шикарно. И вон он, болотник. Легендарный болотник, ребята. Нифига себе, я его не дамажу, просто не дамажу. Че, он ко мне побежал? В круговую, что ли? Серьезно? Пошлите встречать. Пошлите встречать. Так, а чем мы его встречать будем? Этим, этим, вот этим. Нет, блин. У меня такого-то оружия особо-то нету. Так, где ты? Где ты, сладкий? Мясо болотника забираем. Вон он стоит. По загривку этой засранки. Собачка, не отставай. Будешь отвлекать. Да как он мутировал-то? Да ну, чё, правда? Такая херня. Свободен. Так, перезаряжаем. А, он перезарядился, да? Окей. Гибельная кожаная броня для левой ноги. Не успел прочитать. Одежда гибельная. Уменьшение урона от болотников и насекомых на 15%. Ну, кожаная броня мне не особо интересна. Так, туда как попасть? Собака, ты что там делаешь, а? Поплавать решила? Хватит купаться, пошли уже. Работать надо. Тоже мне. Плавунец. Насмотрелась на болотников, похоже, и... решила тут поплавать. Так, очередной насос. Вот эти яйца. По-любому сейчас эта пакость будет вылупляться, да? Соберем. Нет, не успели вылупиться. Все собрал. Включаем. Еще очистка очередная пошла. Так, смотрим. Вон туда надо как-то попасть нам. Так, минус две турели. Собака. Что-то как, я не знаю. Как шило в жопе. А я. Да подожди ты. Подожди. Не торопись. Изолента, разводной ключ. Так, а где обломки от турелей? Меня это интересует. Так, одна есть. И где-то еще турель хрюкает. Прям вот здесь вот. Похоже, за стеной прям, да? Где тут у нас? Собака, что ты пугаешь меня постоянно? Никакой пользы от тебя сегодня что-то нету. Проходим. Только как вот туда попасть? Вот здесь? Хорошо. Катакомбы. Катакомбы, лабиринты. Так. Нормально. Протаскиваем. Смотрите, вот этого мы мочили. Он в воде был, да? Сейчас смотрите, как все сухо стало. Сухо и комфортно. Хорошо. Двигаемся. Так, а как нам попасть? Как нам попасть туда? Ребята, давайте посмотрим. Вот как-то вот сюда надо попасть нам. А тут немножко... зато... блин. Здесь как-то немножко затоплено у нас, да?
Окей. Что-нибудь вкусное есть? Отлично, выполнено. Осушить очистную станцию и перезапустить нам нужно главный насос. Сейчас лишь бы вот эта подлюка бы не вылезла, которая, помните, при очистке форта Independence вылазила такая падла здоровая такая. Матка болотников. Ее здесь не будет, я надеюсь. Прятаться ей просто негде здесь. Так, яйки. Яйцо болотника заберем, чтобы... Никакая сволочь нас неожиданно. Вернуться к управляющему Уайт. И все, да? Так. Ну, вкусняшки наверняка должны нам оставить вот после. Да, патроны, патроны, гранаты, бесшумные. Стрелковые, калиброванные, усиленные, что-то там. Стрелковый, калиброванный. А, говнище. Так. А, ну и это мы сейчас на лифте на этом поднимемся, да? Собачка. Эх, не успела заскочить. По-хорошему было у нас что-то 500 с лишним патронов. Сотку патронов мы потратили на эту операцию. В принципе, нормально. Уровень земли. И тишина. И мертвые с косами стоят, да? Так, смотрим карту. И нам нужно к управляющей Уайт. Пивоварня, станция Берленд. Вот сюда нам надо. Грей Гарден. Погнали. Сдадим задание. Смотрите, мы опять полуровня уже наколотили. Скоро 21 левел. Сейчас сдаем ее задание, получаем еще кучу опыта. Ну, я так полагаю, интеллект же у нас прокачан. Получаем еще пачку опыта и смотрим на опыт. И, кстати, 20 левел я, по-моему, не улучшал. Надо будет что-нибудь прокачать. Так. Здравствуйте. Где у вас тут управляющий? Why? Дорогуша, как приятно снова тебя видеть. Тебе удалось решить нашу проблему? Это стоило больших трудов. Мне пришлось нелегко, надеюсь, оно того стоило. О, еще как стоило. Держи, мы поделимся с тобой урожаем. Да ну, чё, правда? И я попрошу Грини дать тебе скидку, если тебе нужно что-то еще. Открытое достижение, местный лидер. Теперь вы можете использовать мастерскую в Грей Гарден. Ребята, мы можем теперь этих роботов использовать, да? Для того, чтобы выращивать урожай. Круто, чё? Навалили нам всяких ресурсов. Предметы, помощь, разная, хлам. Разная. Заборы. Подождите. Арбуз. Кукуруза, мутофрукт. Всякой херни, короче, нам дали. Ну, самое главное, опыт. И... А где эта штукенция эта, которая... Да, и теперь это все наше. Смотрите, ребята, мы можем теперь это все разбирать. Всякие эти... Пикают, как будто турели включаются, да? Нам бы по-хорошему здесь парочку турелей поставить. Так, что здесь есть? Топливо для мистера-помощника. Берем. Канистру берем. Все. Да. Прекрасно. Теперь можно использовать. Вот такая у нас территория. Мы можем все это сносить. Защиты нет здесь, да? Люди 6. Это роботы. Ну ладно. Окей. Пускай как-нибудь мы займемся, соответственно, этим поселком. Ну, как я говорил, я до сих пор откровенно не понимаю, зачем они нужны. Но, тем не менее, мы выполнили их поручение. Все великолепно. Минус одно очередное задание. И смотрим, куда нам надо. Нам надо, например, Нортхаген Бич. Далеко это? Куда-то вот сюда аж. Ох, как далеко-то. Инфа.
Можно, кстати, продолжить еще. Да, кстати, в следующей серии давайте займемся, наверное. Ну, пишите мне в комментариях. В следующей серии мы, наверное, займемся миссиями паладинов. Братство Стали. Там паладин Данс нас заждался, наверное, уже. Можем вступить к ним в братство и, соответственно, с ними что-нибудь повыполнять. Ходят слухи, что там якобы дадут нам какую-то крутую силовую броню. Но это дело второе. Так что, ребята, надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.